Новгородская область, река Мда. Рядом с поселком Верхняя Лука. Вот так вот сейчас это все выглядит. Зайки нет. Это поселок сам там превратился. Люди строили, строили. А вот там еще интересней. Опа. Что он там делает, интересно знать. Что? Непонятно. Грузовик это, да. А, там давно стоит. Давно стоит? Угу. Так что, Костян, не знаю, как ты тут поедешь. С той стороны точно никак. Мост в состоянии тоже, не в состоянии. Все приезжают смотреть, как на экскурсию сюда теперь. Мост как обвалится сейчас. И одинокий фонарь там светит. Пока еще. Да, круто.